В Великом Новгороде начались работы по замене уличного освещения. На улице Попова к выполнению муниципального контракта приступил подрядчик компании «Регул Плюс». Работы ведутся по четной стороне дороги от улицы Ломоносова до проспекта Мира. Первый этап – это замена старых световых опор на новые железобетонные столбы и прокол гильзы для прокладки силового кабеля. Он протянется на 450 метров от подстанции до линии наружного освещения. На данный момент, значит, подрядной организацией выполнены в полном объеме работы по замене опор, да, то есть все 15 на сегодняшний день установлены. Далее предстоит подвесить, значит, провод, да, и смонтировать наружное электроосвещение и подключиться, значит, выполнить технологическое присоединение. При подключении комфорт жителей соседних домов нарушен не будет. От электричества на пару часов отключат лишь торговые киоски. После этого старые опоры демонтируют, приведут в порядок отмостки и газон. Цена муниципального контракта – около 900 тысяч рублей. Срок окончания работ определен до конца августа, но подрядчик обещает все доделать значительно раньше, к середине июля.